В Липецкой области завершается программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Ее реализацию обсудили сегодня на заседании администрации региона. До 1 сентября нужно успеть расселить более 12 тысяч квадратных метров и приобрести 322 жилых помещений для 770 человек. Работы активно ведутся в трех городах региона – Липецке, Грязях и Лебедяне. В областном центре приобретут 169 жилых помещений. В Грязях построят 3 дома на 103 квартиры. Еще в 50 квартир переселят лебедянцев. Но на этом работа не закончится. Также в рамках программы нужно снести все аварийные дома. Кроме того, на заседании обсудили и перспективы продолжения программы переселения. Речь идет об аварийном жилье, признанном таковым уже после 1 января 2012 года. В Липецкой области таких жилых помещений около 3000. В них проживают более 6500 человек. На переселение потребуется свыше 5 миллиардов рублей. Регион работает по плану, даже с некоторым опережением. Административный совет, который сегодня у нас проводится, он необходим для того, чтобы не только проконтролировать завершение программы, но и обсудить дальнейшие перспективы. Очень важно продолжить данную программу. Мы очень плотно работаем с федеральным центром, с Министерством строительства, и ориентировочные объемы, они практически в два раза будут превышать те, которые мы уже сделали.